Здравствуйте, с вами программа «Апельсин». Считанные часы остались до самой грандиозной распродажи года. Уже завтра «Черная пятница». А это значит, что в разных магазинах можно будет приобрести товары со скидками от 10 до 90%. Чтобы после «Черной пятницы» не остаться с дыркой в кармане, эксперты советуют готовиться заранее. Прежде всего, составлять список покупок и внимательно сравнивать цены до распродажи и во время. Иногда бывает, что цена товара со скидкой именно в «Черную пятницу» почему-то выше, чем была раньше. Но и в погоне за выгодой не стоит скупать все подряд, а приобретать лишь то, что действительно планировали. Особенно это касается мебели, ведь ее нужно выбирать не только исходя из цены, а учитывать стиль интерьера, габариты и материалы. На что еще следует обратить внимание, сейчас расскажем. Бродить по магазинам в поисках новой мебели. Согласитесь, в этом есть какое-то особенное удовольствие. Разнообразие стилевых направлений, фурнитуры и материалов, из которых делают мебель, велико. Однако удивить избалованного покупателя сейчас не так просто. Поэтому производители придумывают новые фишки. Одна из них – вот такая блестящая отделка корпусной мебели. И это не краска. Здесь применена технология тиснения фольгой. На сегодняшний день это новая технология в декорировании мебели. То есть здесь идут элементы, которые, выделяются фольгой. На сегодняшний день эту технологию применяют крупнейшие автопроизводители, то есть лидеры автомобильного строения, там BMW, Mercedes. И вот эта технология декорирования, она пришла теперь в мебель. Создается эффект такого бликования. Это не только красиво, но и практично. Производители уверяют, что такой декор стоек к истиранию. Применяют тиснение фольгой на разных материалах. В данной коллекции кухни тоже применено тиснение фольгой. Просто фольга выполнена под таким углом, что она создает визуально как эффект перелива, как голограмма. Если эта технология пришла из автомобилестроения, то 3D-печать под пленку ПВХ – это уже из области самолетостроения и биотехнологий. С ее помощью можно создать легкий и изящный декор мебели. Специальные чернила наносятся на основу. Они под воздействием ультрафиолетового излучения затвердевают. Наносится пленка на фасад. И вот получается вот такая вот картинка. Благодаря тому, что она находится под пленкой, этот 3D-рисунок очень стойкий к истиранию. То есть получается такая не просто такая печать, но объемная печать. Ну и, конечно, в преддверии праздников в мебельных салонах волей-неволей заглядываешься на столы, ведь именно за столом будут собираться гости. Чтобы не загромождать пространство лишней мебелью, производители предлагают столы-трансформеры. Из обычного журнального они легко превращаются в большие обеденные. Столы-трансформеры, они постоянно как-то совершенствуются, постоянно появляются новые механизмы раскладки для того, чтобы раскладка была легкой, удобной. То есть вот, пожалуйста, можно разложить обычный журнальный стол в обеденный. А вот такие складные столы, чем-то напоминающие советское время, для тех, кто принимает очень много гостей. Этот компактный стол за несколько секунд превращается в обеденную зону больше, чем на 10 человек. Вот этот стол теперь мы разложили, он получился длиной 3 метра. За такой стол легко поместится 12 человек. Есть модели и чуть поменьше, в разложенном виде около 2,5 метра в длину. Выбор зависит от размеров пространства. Но когда нет необходимости раскладывать стол, он прекрасно может служить в качестве консоли. В последнее время стало очень модно не просто заниматься спортом, но и иметь хорошую растяжку. Направление стретчинг сегодня есть практически во всех фитнес-центрах, так что при желании составить конкуренцию Анастасии Волочковой может каждый. Однако занятия растяжкой – это не только модно, но и полезно. Упражнения на растяжку помогают сохранить подвижность суставов и эластичность мышц, убрать зажимы в теле. На первую тренировку отправляемся прямо сейчас. К
Ксюша, привет. Сегодня у нас с тобой комплекс на растяжку. Расскажи, пожалуйста, кто может выполнять эти упражнения? Он подходит абсолютно всем. Нет никаких ограничений по возрасту, весу, физической подготовке. Единственное противопоказание – это тяжелое состояние здоровья, восстановление, реабилитация после травм, операций. Мы будем проминать, разминать все тело от шеи до пальчиков ног. И прям потом такая будет легкость. Ну что, тогда начинаем? Поехали. Начинаем с наклонов головы. Влево, вправо. Справа оставляем голову. Тяжелая рука сверху. Левым плечиком тянемся вниз. И начинаем подгребать подбородком, как будто, не знаю, какую-то палочку подтягиваем сверху вниз. Теперь опускаем подбородок вниз и тяжелые руки кладем на затылок. Расслабляем руки, надавливаем на голову. Чувствуем, как тянется у нас шея. Выводим ручки. Вперед ноги собираем чуть ближе, копчик подкручиваем под себя. Задача максимально округлить нашу грудную клетку, круглыми лопатками подтянуться далеко назад. Вот теперь наоборот. Таз назад, выталкиваем грудную клетку вперед, локти соединяем. Постараться прям максимально вытянуть спину, и наши ладони разворачиваются, идут к ягодицам параллельно полу, такой кружок рисуем, ведем ручки к бедрам, обратно возвращаем их в исходное положение снова. Делаем такие легкие покачивания. И теперь пробуем поставить два локтя левый и правый. Ручки через сторону вверх. И мягко на выдохе опускаем левое колено на пол. Левое колено. Отлично. Руки упираются снова в поясницу. И мы толкаем наш таз вперед, а локти соединяем. Наши ноги остаются широко. Мы делаем наклончики вниз. Делаем глубокий вдох. Поднимаем вверх и мягко на выдохе опускаем ручки вниз. И на этом наш комплекс на растяжку закончен. На этом все. Повторы программы смотрите на сайте первомедиа.ру. Впереди полезная информация. Всего вам доброго и до встречи! В новом мебельном салоне «Давита» скидки до 50%. Доставка мебели за 7 дней, гарантия 8 лет. Заказать мебель также можно онлайн на сайте davitamebel.ru. Магазин «Давита», торговый центр «Пассаж», 4-й этаж.